Действия армянской стороны на границе с Азербайджаном иначе как провокацией назвать сложно. Никогда ОДКБ не вмешается в ситуацию между Арменией и Азербайджаном. И неважно, есть сейчас казахстанские события или любые другие. Как передают Ахарас, таким мнением поделился российский политический обозреватель Александр Артамонов. Позиция Азербайджана ясна. Она подтверждена международным правом, резолюциями ООН. Ни российские миротворцы, ни силы ОДКБ вмешиваться в процесс не будут. Так что мы можем говорить о грубой провокации со стороны Армении, цель которой – привлечь внимание к положению Армении. Оно однозначно – страна-агрессор, оккупировавшая территорию другого государства, в итоге потерпела поражение. В миссии в Казахстане Армения присутствует лишь символически. Никол Пашинян является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ему надо было показать, что Армения совместно с другими странами, членами ОДКБ, участвует в операции. При этом контингенты других стран были представлены гораздо серьезнее, сказал эксперт в интервью. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.